Всем привет, друзья! Сегодня состав с рынка. В главной роли у нас Родриго, Футис, карточка, которая вот-вот вышла в ВПК. Ее сразу же спустя полчаса только прошло, а я ее уже собрал и уже снимаю вам ролик. Конечно, он выйдет явно не сегодня, но все же лайк за старание уже и гоу смотреть. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Сегодня у нас состав с рынка. Те, кто не помнит правила, напомню. Мы сначала выбираем схему, после этого берем каждую позицию, рандомно выбираем на рынке. Кто не видел пилотный выпуск, я прикреплю. Посмотрите, обучитесь. Короче, быстро смотрим и вникаем. Но перед тем, как начнем играть, все-таки оценим эту шикарнейшую карточку Родриго. Разгон 99, ловкость 99, баланс 99, выносливость почти 99. Короче, блин, какая-то невероятная карта. Как такое ему завезли? Очень круто. И как это завезли там за копейки в СБЧ. Хотя, блин, сейчас, если еще бы завезли вот за 2 миллиона, да, я думаю, хейтеров было бы много. 5 плюс 5. Ну, это уже ожидаемо. Бразилец, ПФА, Реал Мадрид. В общем, надеюсь, он что-то сегодня покажет. Ну а теперь выбираем схему, ё-моё. Схема, закрываем глаза, выбираем. Вот это. Нет, следующее, значит. Следующее. Я его буду морозить на фланге. О май. Не, я не хочу его на ПП играть. ПФА, только ПФА. Вот, все, циц. На ПФА он будет явно лучше. И погнали выбирать. Начнем с вратаря. Абсолютно любой вратарь из Ла Лиги меня устроит. Из любой этой десятки. Даже есть хорошие. Я думаю, Буну однозначно залетает в состав. Дальше посложнее. Кого выбирать, кого, грубо говоря, рандомно пихивают. Ну, наверное, без левого защитника мы сможем играть. Каким-то образом. Ла Лига, левый защитник. 10 игроков. И тут у нас Педроса есть, кстати. Ну, я думаю, спина может взять. Ну, не Гая точно. Фейса вообще ноль. Короче, возьмем Педроса, пусть побегает он. Дальше, наверное, одним полузащитником можно пожертвовать. Не самая такая прям позиция. Ну, и может еще повезет. Может, какая-нибудь особая карточка тут выпадет из 10. Особая карточка выпала из 10. Ну, такая себе. Но тут однозначно Маркус Льоренте. Просто идеально подходит. Итого нам остается 2 золотых редких игрока еще. Как-то вклинить состав. Но это, наверное, пусть будет центр-бэк. В Ла Лиге там есть Арауха, который 100% будет оборачиваться. Обороняться как последний раз. Так, ну и у нас остается одна золотая карта. Куда-то бы ее впендюрить. На левый фланг хочется, чтобы все-таки... Чтобы хочется, чтобы в каждой линии был нормальный игрок. Поэтому давай-ка мы на правого защитника золотую карту возьмем. Там есть Родриго. Он уверен спасет всю ситуацию. Поэтому правый защитник. Ла Лига Сантандер. Хесус Навас. Виздата. Лучше не придумать. Теперь остаются только особые карточки. 5 самых особеннейших карт. Центральный защитник. Особый. Ла Лига. Первая павшаяся карта. Рюдигер. Сразу не неплохая. Рюдигер УТВ. Кстати, тут все варианты были хорошие. Типа, по-моему, мне даже один из худших выпал. Ну, не Маркиз, уже хорошо. На базу. Так, центральный полузащитник. Особая карта из Ла Лиги. Погнали. Сусо. Да, ну, хотя бы не Пабло Ибаньес. У нас остается 3 позиции, 3 особых карточки. Начнем с форварда, потом ЛФА и потом форвард. Особый форвард из Ла Лиги. Максимальный купить 15 миллионов. Фернандо Морьентес. Неплохо, я бы сказал. Блин, ну, на самом деле, неплохой игрок. Я за него ни разу не играл в этой ФИФЕ. Вот как раз попробуем. Под закат ФИФЫ. Ла Лига. Особый ЛФА. Хесус Корона. Хесус Корона. 5 плюс 5. У нас по флангам просто идеально. Так, ну и последняя карточка в нашем составе. Форвард. Ла Лига. Ла Лига. Ла Лига. Максимум купить 15 миллионов. Тот человек, который будет тащить вместе с Родриго. Ну, с богом. Это печально. Ну, неплохо. И вот такой состав у нас вышел. Типа, тут такая музычка должна быть, типа... Короче, эпично вроде. Нет. Что, пойдем в Викинг-лигу этим стам, как раз там сейчас дают за 4 победы что-то в Ла Лига и там какой-то опыт или какую-то херень. Я понятно объясняю. Первый соперник нашелся, первая жертва. Нашлась, тут какие-то лохи вообще позорные. Даже стыдно против него играть. Так, Родриго, блять, Родриго не убегает, это пиздец, это наеб. Где его скорость, сука, отняли? На него плохо влияет команда, все, блять. Заканчиваем обзор, ну или попозже все будет, но все будет. Все придет, блять, Арауха, ебаный насос. Бля, кого я на ворота поставил? Ну это пиздец. Вратаря бьют, он, бля, в свои ворота хуячит. Ну, бля, он уже не убежал и уже плохо себя показал, поэтому я расстроен. Да пошел ты нахуй, блядь, тоже мне нашел, блядь, с кем играть. Сейчас, блядь, отлетим стату 0-5, блядь, сделаем спокойно победку. Канера расслабоне на чили. И все, и оценим Родриго как звезду мирового уровня. Так, второй соперник нашелся. Воу, уже. Уже какие шансы. О, Родриго что-то сделал. Циц. Ну и в дальний. Бля, да как нахуй ближний было бить?
Мариентес. Да, блядь, вы чё, охуели? Терштеген, хули стоишь по центру ворот? Съебись, блядь. Тоже нашел, где, блядь, постоять. Как будто ему там медом намазано. Да, Рауха, бля, предатель. Какого хуя так плохо играет он, реально? Я не понимаю, я за него играл в начале FIFA, нормальная карточка была. Опа, Родриго перехватил. Опа, корона на Родриго. Родриго бежит, бежит, бежит. Ну, бля, покажи пейс, правда. Ну, бля, его догоняют, это для нихуя не шутка. И в дальний. Как тебе такое, Илон Маск, мать вашу? Капитан Родриго. Разве? О, Педри, фейрплей. Давай, Родриго, сейчас разъебем. Опа, на Хесуса Наваса, блядь. И чё тут? Чё тут? А тут вот так, блядь. Мариентес такой лох, блядь, что не смог мяч обработать, и от его ноги отлетело, блядь, Аспасу. Но это гол. А гол не пахнет ничем, кроме хуёвого дезодоранта Акс. Аспас. 3 звезды на финтах. 4 звезды на слабо. Почему Аспас убегает, а Родриго не убегает? Вот это, блядь, прикол какой-то. Там реально угол, что ли? Я же не упустил мяч. Текстуры наебали меня. Ну-ка, навес на Мариентеса. Бля, давай! А тут, значит, мяч не ушел, блядь, в ворота, да? То есть с поля он уходит, блядь. А тут, бля, не хочет, нахуй. Бля, 3-0 могли сделать. А и, возможно, речквит. Чё-то как-то... Ебать. Я думал, что Сарауха чисто захуячит свои так пяточки, бля, красиво, как Ибрагимович, наверное. Топ подборки Ибрагимовича и там Марауха. Так, ну что, первый тайм окончен. 2-0, чистейшие, мои родные, 1-8 я наиграл, ну 2 гола наиграл, чел почти на 1 гол наиграл, но не забил. Ну что я могу сказать, Мариентес хорош на самом деле, Родриго неплох, но, бля, почему Аспас бежит быстрее, чем Родриго, я вообще не ебу. И да, включим все-таки прессинг, попробуем поддавить. Казалось бы, мне это нахуй не надо, но надо почувствовать команду, как она вообще играет на прессинге и так далее. Может быть, это вот то, что нужно. А может и нет, нихуя, потому что у меня защитники, это пиздец, Биба и Боба. Это обработка, блять, Родриго, нахуй. Но рост-то низкий, небольшой, поэтому должно быть все ок. Это пиздец. Не понимаю, как так получилось. Рюдигер просто ёбнул вообще. Просто, бля, ёбнул, короче. Бля, ну пизда. Пиздец. Я в ахуе. Бля, ну прессинг был лишним. Ну и, сука, долбоебы просто. Глубину понижу, нахуй. Они просто, бля, постоянно где-то высоко. Нихуя не могут сделать. Пиздец какой-то, бля. Пиздец. Вот так вот легко упускать победу. 3-0 могли делать спокойно в первом тайме. Мариентес, бля, мог спокойно пустые закатывать. Но нет же, там опять мяч хуй, блядь, залетел. Бля, не, пиздец, меня ебут просто, пиздец. Все, во втором тайме у меня игроки потеряли, бля, вообще суть игры. И зачем они вообще пришли на поле, блядь. А чё корона постоянно делает на правом фланге? Я не понимаю. Он, блядь, игрок, сука, левого фланга. Хули ты тут делаешь? Блять, ну в пизду, ну просто в пизду, ну заебало. 2-0 выиграл, все, блядь, идеально было, нахуй. Делаем вот так, бля, мне похуй. Ну а реально, а что делать? Незаслуженно, блядь. Просто, блядь, все моменты так тяжело создаются. Охуеть. И должен верить. Охуеть! 3-3! Корона, блядь, на 90-й! Мы в игре, мать вашу. Так, допы, ебать. Че, наверное, так и оставим корону с Родриго впереди. Приглушим вот эту всякую хуйню с прессингом. Попробуем так. Так, блядь, ну беги. Не трогай! Не трогай мяч! Оставь его! Оставь его! Идиот! Ну как это можно не понять? Ну ты же в офсайде! Родриго! Получает мяч один на один! Гениальнейший пас! Ты портишь своим касанием! Ну понимаешь же, ну должен понимать! А ты, конечно, он технарь, он молодец! Бля, вот куда? Куда ты, сука, дал, блядь? Магуайр, ну хватит. Просто пиздец какой-то. Опять, блядь, то же самое. Чувствую, с выходом новых карт надо уже рубрику менять и везде все особые карточки брать, как повезет. Играть, потому что, ну... Ну это пиздец, потому что. Ну что я могу сделать? Блядь! Ну вы заебали! Ну, блядь, дайте нормальный пас. Да в пизду! Я, блядь, вырезаю передачу, блядь, идеальную. Ну, что получается? Нихуя. Что делать, блядь, пиздец. Вряд ли мне что-то поможет. Только чудо. Конечно, остается еще целый тайм. Но, блядь, типа, мне надо забивать в любом случае сейчас. С
Сосать, блядь. Опять я включаю какой-то режим, блядь, суперубийцы. И мы сравниваем счет. Но, блядь, у меня сейчас реально игроки просто сдохнут такими темпами, с этим преимуществом на мяче. Так, ну что я могу сказать? В принципе, попробовать можно суператакующие тактики. Ну, раз мы два гола забили в этой тактике и не пропускаем, потому что я сразу ее убираю. В принципе, почему бы не попробовать забить еще? Блять, мы забиваем еще. Мы снова забиваем. 5-4, блять, что за тактика, нахуй? Что за тактика? Родриго забивает. Тихо, не спешим. Тактика гений. Тема. Игроки штрафные 10 из 10. Уменьшаем это количество. Бля, я бы уменьшил вообще до одного. Давай-ка мы вот так и сделаем, правда. Глубину поменьше. В пизду, не будем рисковать. А что нам делать? Нам нихуя не остается глубину вот так. Мы очень сильно сейчас углубились в защиту. Надеемся, что это поможет. Дай мяч вратарю. Ну-то. Победа, блядь! Победа, сука! Блядь, что я могу сказать по первому матчу Родриго? В принципе, неплохой-то игрок. Во первом полноценном матче прошлого не считаю. Лучший игрок матча 2 плюс 1. Ну, потому что тут, блядь, ну, лучшим грех не стать такой команде. Но реально неплохо сыграл. Мне прям, ну, достаточно понравилось. Единственное, мне не нравится его дриблинг почему-то. Вот именно без финтов. Вот будто что-то не то. Ну, что могу сказать по моментам? Заслуженно. Ничейный бы результат был тоже заслуженный. Но мы, блядь, так два раза рисковали, блядь, что, ну, тут прям идеально. Сыграем как сможем. Получится, будет очень круто. Бля, между ног, серьезно? Ну, пиздец. Ну, блядь, ну между ног, ну заебало. Ну, просто, блядь, как всегда. Ну, вот, блядь, везение, это не про меня. А, не, это пиздец. Пизда, нас просили. Так, чё-то как-то печально все и грустно, и поэтому мы сейчас перестроим, что-нибудь опять придумаем. Поменьше глубину, но включим прессинг. Попробуем. Авось повезет. Здесь оставим все на балансе. Игроки штрафной побольше сделаем. Может опять переместить все-таки в центр Родриго, Аспаса направо вот так. Точнее, вот так. Мне кажется, это принесло свои плоды в прошлом матче. В принципе, я не запрещаю выпуски с Родриго так делать, потому что, ну, я не знаю, как вот, ну, против таких составов можно по-другому играть. Тут, ну, как бы надо уже выжимать максимум из состава. Ну, в дальний. Блять, отлично. А, у него же, да, у него же 5 на слабый еще вдобавок, не забываем об этом. Ну, Родриго, ну догони. Бля, ну вот чуть-чуть не хватает. Ну, там варан. Там простительно, по-моему, если это, конечно, не рарный варан. Бля, ну это все. Или нет? Ебать, пидроса нахуй. Вы сами видели, чем это закончилось. Поэтому, бля... Поэтому, блядь, Мориентес 1-1, сука. Сандалил так сандалил, бля. Ну, карта нормальная, 94 удар. Ой, бону! По первому тайму мы, конечно, проебаем. Бля, на самом деле, я прям чувствую себя как будто этим... жертвой насилия какой-то. Это пиздец, просто я ничего не могу сделать. Тихо. Родриго, беги-ка вперед, блядь. Беги-ка вперед, блядь. Он еще и двинет, наверное. Он еще и двинет, наверное, блядь. Двинет, наверное, Родриго, блядь. В соло, Родриго, в соло. Так, мучаемся дальше. И ждем опять, блядь, какой-нибудь тупой заброс на Родриго. Потому что я не знаю, как другим методом тут выигрывать. Чувствую, что просто меня ебут. Буну. Буну на базе. И вот раз не на базе отдыха. Арауха! Да, блядь, ну какой фол, ну реально, ну это уже вообще пиздец. Арауха его остановил, он просто сделал финт, типа, в этот момент, и из-за этого посчитали, что, типа, финтить, блядь, если финтить человек, то против него любое касание фол, ну, типа, это ГГ. Ну! Мориентес, блядь, 3-1, блядь, 3-1. Я сейчас, блядь, с психу сдохну. Ну это ж пиздец. Блядь, чел, наверное, вообще в ахуе. Бля, я не хочу просто закончить это как прошлый. Ну, не, как прошлый матч хочу закончить, типа, выиграть. Но, бля, в прошлом матче я двух, как бы, мячевое преимущество упустил так-то. Не, Родриго на ФРВ, это прям гений футбола, ну реально. Ну, не то, что на ФРВ, а просто с хорошим ФРВ, если он будет на фланге играть, мне кажется, будет вообще топ. Ну-ка, ебать, мы что там запрессинговали-то? А мы что так запрессинговали-то? Соперник, ты что, плевать собрался, блядь? Или как? Да, все. Ну, с победой, блядь, ребятки. Охуеть, блядь.
Это шедевр, нахуй. Родриго опять, блядь, гениальный мув сделал. И он же в Солянова опять убежал там, по-моему, да? 1+1 у него, Морьентеса 3 гола. 3 гола и 7-4 оценка, заебись, блядь. Чел в соло почти тащит. Не, Родриго, правда, в этом матче лучший, снова доказывает это. Он шикарно, блядь, тут убежал, просто идеальнейшим образом вратаря подвинул. Он, блядь, просто в ближку пробил. Где? Вот тут, по-моему, да-да-да, вот Родриго. Он убежал, блядь, все-таки от кого-то, блядь, и выдал пас на пустые, и Морьентес гениально. Ну что я могу сказать, 2 победы, 1 поражение. Первый матч, конечно, если бы мы решили играть дальше, мы бы его также выиграли, но я решил как бы отдать победку, так пусть. Пусть плывет по течению. Ну, а мы тут с составом, с нашим победным, который просто разрывал всех по порядку. Бану, но, блядь, средний, непонятно. Один матч нормально, стрел, другой нет. Хесус Навас и Педроса, но это, конечно, ГГВП. Но, опять же, играбельно, блядь, 2 победы Weekend League можете сделать, 100%. Я это доказал. Даже с этими игроками. Арауха уже не тот. Рюдигер, вообще, я не понял, как будто его не было, в том плане, что Арауха, блядь, реально лучше играл. Сусо или Ренты. Короче, блядь, вообще нахуй этих игроков всех семерых, блядь. Я никого не видел, кроме, ну, по сути, Буну только видел, а Арауха. Остальные так влияли, что никак. А вот атака, тут подробней. Аспас, бля, неплохо играл, что он сделал. 1 гол забил, неплохо играл, но, бля, тяжелый, но убегал. Хесус Корона, 5+5. Бля, неплохой игрок, но пейса реально не хватает. Я не знаю, нахуй уже за его карточки такие выпускать. Выпустили бы ему карту там с пейсом 99, бля, было бы интересно. Ну, как Родриго вот такую. Фернандо Морьентес, блядь, чел, который просто, блядь, выебал все и вся. Блядь, 3 матча, 4 гола и реально, блядь, заслуженных. То есть он реально круто играл. То есть он все забивал абсолютно, удары, блядь, не пиздешь, нихуя, быстрый, бежать может. Ловкости баланса типа не хватает, но я не знаю, мне так не показалось. Охуенный форвард, блядь, по итогу. Ну и Родриго. Наша звездочка, наш, блядь, Голеадор, 3+2 сделал он за, получается, за 2 игры. Первый не считаем, это так было, прогулочка. Охрененно. Ну а так, вкратце, по скорости, ну не бежит, бля. Ну вот будто не бежит. Не знаю почему, модельки не хватает. Ловкость баланса, ну тоже будто бы нет. Бьет, бля, хорошо вроде бил даже. Выносливости хватает. То есть как бы реально такая карточка топовая. То есть за вот 700 тысяч, по сути, там за, блядь, рейтинг, я вот сплавил с клуба, взял, собрал такую карточку, еще слева будет Винисиус потом бегать, да? И будет вообще все идеально, типа 2 бразильца из Реала Мадрида. Поэтому 100% карта неплохая, карта хорошая. Не знаю, типа, не, конечно, прям уровень пиздец, но он тащил в соло матче, вы сами видели. Кто не собрал, наверное, все-таки посоветую к сборке. В общем, всем спасибо за просмотр. Даже таким плохим составом мы смогли очень даже хорошо так повертеть Weekend League. В следующий раз все-таки сделал один с особых карт и назову ролик «Какой-то там игрок в особой команде с рынка». Чувствую, будет жарко. А так, рад был вас видеть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.